Здорово, друзья, здорово! С вами дядя Сережа и его огромные щеки в эфире. Как у вас дела? Что у вас хорошего? Я на пятиминуточку вышел с вами потрещать. У меня, как обычно, четкий причесон. Как вам мой вид? Вышел из дома. Вот он, дядя Сережа. Как у вас дела? Что у вас там хорошего в вашей России матушке? Холодно, небось? Привет, привет от живущих в Таиланде. Кто-то живет в Таиланде, оказывается. Я тоже живу. Я теперь остался один. Все. Теперь я один. Я купил велик себе, кстати. А? Как вам этот огонь? Это просто что-то божественное. Сейчас я вам продемонстрирую. О, как оно? Вместо байка я буду гонять на велике, чтобы сжигать жир и становиться все менее-менее жирным. А вот банка. Здорово, здорово, огромное банище. А, такие дела. Че у вас хорошего? Надо мне тоже прикупить, кстати, какую-нибудь цепочку, чтобы мне не своровали мой велик. А то надо сжигать жир. Велик мне поможет в этом. Сейчас поеду в зал. Наверное, в новый, который тут недалеко. А то неохота мне ехать на потонг. А-ха-ха-ха. Ну что у вас хорошего еще? Что-то как-то вас мало. Мало. О, жарище. Жарище, блин. Вот они, сиськи. Видно, не видно их. Наверное, не видно. Да и ладно, слава богу. Сумку? Разыграл, консультацию я разыграл, вроде была. Не знаю, что-то парниш не пишет. Я ему сказал, что он после 15-го пусть строчит. Надо ему напомнить, что он получает свою консультацию. А, татуху буду набивать где-нибудь в Питере, наверное. Может, в Москве. Привет, Баку, друзья. Серега не опухший, Серега просто щекастый. Хо-хо-хо-хо. Да вот, начинаю уже, начинаю. Начинаю худеть. Уже надо же похудеть. Сегодня начал отсчет. Надо хотя бы, блин, по это самое, подвигать жопу сегодня. А не просто сидеть. Много программ всяких. Надо дома писать, сидеть. И видео надо замонтировать. Вот такие, друзья, дела. Дела, делишки. Борода у меня еще, он растет, надо сбрить. Смотрел зарубу. Не сорился, честно. Шредер что-то мне в комментариях все писал, там писал под видео. Оправдываясь Минихина с его кашей. Сравнивая Energy Diet с Ролексом. Кстати, почему нельзя рекламировать Ролекс? А чем Energy Diet хуже? Как вы считаете? Можно сравнивать Rolex и Energy Diet? Или Bentley и китайский мопед за 30 бат в день? О, Никитос, те банки все мои интересуют. Ты, наверное, ждешь, когда я под это самое, подуменьшусь и стану еще и жирным. Мало того, что я дохлый, еще и жирным. Не дождешься. Не дождешься. Хочешь мое место занять на
на этом блондинистом фитнес-олимпе. О, Денчик, как обычно, там затирает, наверное, всякую философию, блин. Аренда 23 тысячи рублей стоит мой дом в месяц. А вот такие дела. Ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху. Блин, жара вообще, жесть. Просто. А, что еще-то хорошего? Я не сорял про электронные сигареты. Не поглядел там что-то, какой длинный ролик. Да я вообще сейчас ролики не смотрю, у меня хреновый интернет был. Да и были дела всякие, друзья, сейчас остался один. И теперь буду один. Кодечек у меня есть. Но у меня вот сзади дверь открыта, и тут такой сквозит ветерок. Так что нормально. Не сильно уж жарко, я скажу. Но кодечек потом надо включить будет. Ох. Фу, блин. Красота, да? Надо, короче, ехать, купить абонемент в зал, чтобы сжигать жир еще. Сжигать. Ну все, как связь, кстати, нормально. Проверяю свой домашний интернет. Буду выходить разика 2-3 в день. Может быть, чаще, может быть, нет. Нормалек. Ну и отлично. Значит, друзья мои, все прекрасно. Так что ждите меня каждый день в разное время. Не знаю, можно, кстати, в одно время в какое-нибудь выходить. Почему нет? Ну и все, вот вам щелчочек. Вот вам здоровая банка. И всем пока. У-ху-ху-ху. Порубайся, сука.